стену хорошей темы. Если Марс у нас садился, Венера у нас поднимается. Ну что, даже при полном освещении я сияние это не исчезает. Странно. 162 или 182 миллиона километров до Венеры. В предыдущих дублях было потемнее, виден был еще и Регул. Или Регул. В общем, звезда рядом справа была видна. С Марсом мы попрощались. Сейчас еще чуть-чуть Луны снимем напоследок. Будет у нас финиш на сегодня. Четвертый, по-моему, дубль уже. И не считать того, который я считал, снимал в 4 минуты первого ночи. Представляешь, перевешивает, натурально перевешивает фотоаппарат, когда объектив выдвигается, а он выдвигается сантиметров на 20, наверное. Такой себе миномет получается на три ноги. Не 20, а 15 точно. И он просто перевешивает. Линза большая. Консоль это перевешивает. Всю конструкцию, стреногое место. Да что ж ты будешь делать? Ну, асфальт прыгает по этой щебенке. Одна из ног прыгнула, и все, вся конструкция поехала. Просто никак в кадр ты не залезешь. Ну вот, на полный кадр практически. Почти полная луна. Да, ну линия терминатора наиболее интересна, конечно, для разглядывание. Да. Тут по мере того, как становится светлее, видно все хуже. Теряется. Детали. Ладушки.
Думаю, хватит. 6.50 по Киеву в Харькове. 4 октября 2020 год. 50-я параллель, северные широты.